Всем привет! Сегодня Старый Новый Год, с чем я вас и поздравляю, но теперь уже с прошедшим. У нас сегодня 13 число, и видео будет о красоте. Что красит женщину? Вот так, не чего хотят женщины, а что красит женщину. Давайте сначала назовем. Ну, для меня это красивые волосы, красивая кожа, манера, естественно, и красивая улыбка, белые зубы. Вот в моем представлении все время вот так вот красивые волосы, белые зубы и длинные ресницы. Вот о последнем у нас и будет речь. А еще есть такое выражение «брови наши все». Это тоже сюда приплюсуем, потому что это правда. С тех пор, как я изменила свои брови, сделала ламинирование, я это поняла, что все-таки брови дают много лицу. Итак, начнем. Вот с этой коробочки. Давайте посмотрим, что здесь. Это X-Lash. На этот раз у меня не только сыворотка для роста ресниц, но еще и кондиционер для бровей. О кондиционере для бровей я пока мало могу что сказать, потому что я только начала им пользоваться, и кроме того, что это приятные впечатления, что нет никаких реакций, я сказать ничего не могу. Давайте посмотрим, какой он. Итак, здесь книжечка, оставила специально для вас, инструкция, как пользоваться, и сам кондиционер. Вот. Так выглядит красивая бордовая упаковка, точно так же написано X-Lash и написано, что это кондиционер. Покажу, как он выглядит. Здесь вот такой аппликатор, то есть это как будто губная помада или тени для век. Просто проводишь по бровям. Я чуть позже покажу, как пользоваться. И, конечно же, я заказала еще одну сыворотку для роста ресниц от X-Lash. Знаете, невозможно отказаться от красивых ресниц тогда, когда они у тебя вдруг появились. Теперь это уже просто невозможно быть без них. Здесь то же самое. Инструкция. Ну, я ее уже знаю, поэтому она мне не нужна. И на этот раз темно-голубого цвета упаковка. А внутри вот. Вот так, наверное, лучше видно на моей кофте. Вот. Такая кисточка, очень-очень тонкая, которую нужно проводить по ресничному ряду, сверху просто, на веко. Никаких реакций не вызывает, для меня очень было важно, я уже говорила и повторюсь, что это не гормональное средство. Сразу забегая наперед, я вам хочу сказать, что у меня есть для вас сюрприз. Это скидка. По моему промокоду MARU20 вы сможете получить дополнительную скидку 10% к уже существующим скидкам на сайте. То есть вы сможете приобрести эту сыворотку с 35% скидкой. По-моему, это очень выгодное предложение. Так что переходите и заказывайте. До 20 января вы сможете заказать. Я снимаю это видео второй раз и заказала второй раз. Почему? Потому что есть результат, о котором хочется рассказать. Вот взгляд с ресницами совершенно другой, когда их много, когда они длинные. Когда я раньше вот даже снимала видео, я там с трудом находила свои ресницы, а теперь они так заметны, мне это так нравится. Сбоку, наверное, это как-то получше видно. Я показывала до и после свои две фотографии. Если найду, я покажу их и здесь тоже. Но это просто заметная очень разница. Ресницы гуще, толще и длиннее. Теперь у меня будут не только ресницы, но и брови густые. Это видео у меня было таким популярным, все спрашивали, и в Инстаграме тоже, правда ли помогает, но мне кажется, вот сейчас мой вид, если сравнить видео где-то полгода назад и сравнить сейчас, то это большая разница, ресницы заметно выросли. И вы знаете, даже какое-то ощущение другое, когда я беру, сейчас покажу, перлер, и раньше 1-2, и у меня ресницы заканчиваются, а теперь 1-2-3-4, вот так могу нажимать, и ресницы не заканчиваются, их действительно много, они стали гораздо длиннее. Моя подруга, кстати, купила тоже, и я через месяц у нее спросила, растут? Она, да, так удивилась. У нее короткие реснички, и теперь уже тоже такие длинные. Вот, но она пользуется пока 1,5 месяца. Я пользовалась уже 3 месяца, месяц каждый день, а потом уже через день стала пользоваться, потом раз в неделю. А сейчас я хочу снова повторить курс, чтобы не прошел этот эффект, потому что ресницы наши все-таки обновляются. И я хочу, чтобы они никогда не становились уже теперь короткими, пусть будут всегда длинными, это очень приятно. Давайте посмотрим, как я наношу. Итак, давайте нанесем средство для роста ресниц. Болтала чуть-чуть. Не знаю, нужно это или нет, но я так делаю. И аккуратно по росту
просто провожу вот такую линию. Все. Этого достаточно. На нижнее веко наносить не нужно, потому что жидкость, когда мы смыкаем глаза, и сюда распространяется. Приятно осознавать, что вот так просто вырастут реснички, получу то, что хочу. Теперь нанесем кондиционер для бровей. Вот так. Очень приятной упаковки, должна сказать. И вот так по линии роста просто проходимся по бровям. Я особенно уделяю внимание тем местам, где брови вообще не растут. После татуажа, как я уже говорила. Теперь сюда, так. И вот особенно сюда. Вот. Все. Вот так, все легко и просто. Как вы смогли убедиться, все абсолютно просто. Каждый вечер вы берете сыворотку и наносите по ресничному ряду. Ждете месяц и радуетесь своему отражению в зеркале. И радуетесь, когда практически любая тушь подходит, потому что когда ресницы короткие, очень-очень нужно подбирать тушь. Некоторые туши как будто даже уменьшают ресницы, а здесь все прекрасно. И еще, знаете, даже что мне больше всего нравится в этой сыворотке, это то, что когда я умываюсь, раньше было такое ощущение, что какой-то лысый глаз, вот нет ресниц, а теперь ресницы есть, это как будто накрашено. Это очень радует. Все-таки мы, наверное, себя больше всего принимаем, когда мы не накрашены, это вот мы и есть. И когда я вижу такое лицо с темными ресницами, это очень приятно. Сыворотка тоже не содержит гормонов. Я обязательно сниму еще видео. Видео будет про повторный результат. Посмотрим, может быть, ресницы еще больше отрастут. И сниму видео про кондиционер для бровей. Посмотрим, будет ли результат. Он кондиционирует бровки, волоски и заставляет их расти. Посмотрим, будет это или нет. Кстати, забыла вам еще сказать. Есть специальная, сейчас не буду это делать, потому что реснички накрашены, специальная такая линеечка для роста ресничек. Когда вы купите эту сыворотку для роста ресниц, обязательно приложите и посмотрите, какой длины ваши реснички, и через пару месяцев посмотрите еще, какие реснички у вас получились, насколько реснички ваши выросли. У меня уже в этом нет необходимости, потому что у меня выросли где-то в полтора раза, это точно, даже чуть-чуть побольше. Это очень интересно. Сейчас мне нет необходимости мерить, потому что я уже это показывала и измеряла свои ресницы, была удивлена. Честно, я не верила, что так могут вырасти мои ресницы. Я думаю, у кого угодно, только не у меня. Но на самом деле это работает. Вот здесь даже ну, такие реснички коротенькие, потом такие длинные. Даже, видите, они темнее стали. Вот это правда. Кому интересно, это английский бренд, но он также популярен у нас в России, даже номер один. И еще такая приятная открыточка здесь. Так, ну ладно, перейдем теперь к другому. Так как я начала видео с того, что красит женщину, я хочу вам показать, на этот раз не про волосы, я хочу вам показать зубную пасту, про улыбку. Это зубная паста от Coral Club. Это новинка, я думаю, что практически никто о ней не слышал, но я ждала, очень долго ждала, чтобы заказать ее. Это Coral Bright. Здесь целая такая вот... Целая это не инструкция, это просто описание. Здесь написано, что она реминерализирует. Меня его не взяли на роль диктора. Восстановит и осветлит зубную эмаль. Предупредит появление кариеса, снизит частоту визита к стоматологу, уменьшает чувствительность зубов. Как-то я вам говорила, что у меня после полосок чувствительными стали зубы, и вот поэтому я ждала эту пасту. У меня было много разных, но это прям то, что я очень сильно ждала. Вот так она выглядит. В принципе, ничего особенного, обычная зубная паста на вид. Она приятно пахнет, и она розового цвета. Такое, знаете, как будто это глина, вот такого цвета. Самое интересное, знаете, что было? Даже не то, что когда вот я чистила зубы, а ощущение на зубной щетке. То есть, когда попадает зубная паста на зубную щетку, она такая гладкая становится. Вот я ее держу и чувствую гладкость, и мне это было интересно. Кстати, зубная паста делает так, что до конца дня чувствуешь свои зубы чистыми, даже если ты поела и зубы не почистила. Я думаю, мало кто это делает после каждого приема пищи, зубы вряд ли кто-то чистит. И все равно ощущаешь чистоту. Это паста из, я вам прочитаю, из природного коралла. Она сделана в Японии. Тут даже тоже вот нарисован коралл. Вообще упаковочка красивая, выбитая тут.
Я очень доверяю японцам. Здесь всего 80 грамм. Я только начала пользоваться. Не могу пока сказать о результате, что она делает. Но вот у меня два раза прореагировал зуб. Кстати, вчера, нет, пару дней назад. Вот я два раза попользовалась, пока не реагирует. Мы посмотрим. Надеюсь, не будет больше, потому что тут написано, что предупреждает появление кариеса и что восстанавливает зубную эмаль. Может быть, как-то там зарастет все и не будет никакой дырочки. Вот я очень на это надеюсь. Зубная паста практически не образует пены. Этим она мне не понравилась. Я люблю все-таки, чтобы была пена. И нет этого освежающего здесь компонента, например, мяты или ментол, что обычно добавляют в зубную пасту. Здесь этого нет. Но ощущение чистоты эта паста очень даже дает. Пожалуй, это все, что я вам сегодня хотела сказать. Про кожу я вам рассказывала уже очень-очень много раз. Про волосы, наверное, еще больше, чем про кожу. Поэтому на сегодня у меня остались две темы. Это ресницы с бровями и зубы. Я пойду праздновать. Вам желаю приятного дня или вечера. Будьте красивы и здоровы. Не забывайте про промокод от XLASH. Помните, что можно заказать со скидкой в течение 5 дней со дня выхода видео. Всем пока-пока.